уничтожена. С этой стороны портал больше не закрыть. Энергия ада течет в другом мире из источника, который мы называем колодцем. Вы вернулись. Вы единственное создание из плоти, способное перемещаться между мирами. Возможно, у нас есть выход. Вега пытается получить доступ к файлам Оливии. Доберитесь до терминала, и мы предоставим вам информацию. В личной лаборатории Оливии есть артефакт, который мы изучаем уже долгие годы. Я думаю, он даст вам те ответы, которые вы ищете. На нем ваш знак. Личная лаборатория Оливии не указана в базе данных комплекса. Чтобы найти ее, вам понадобится доступ уровня Альфа. Готово. Доступ к комплексу «Лазер» есть в северном секторе особого исследовательского комплекса. До него километров 80. Я включу питание поезда, чтобы вы доехали туда. Но для поездки вам понадобится корпоративная карта доступа ОАК. Рядом есть пост охраны.
Те, кто пришел перед вами и с кем вы работаете рядом, трудятся ради одной цели – приблизить новую зарю человечества. Согласно этому принципу, работая единой командой, этот демон забрал вашу ключ-карту. Нужно ее найти. Без допуска вы не попадете к поезду. Thank you.
проводятся рискованные эксперименты и исследования неизвестных артефактов. Обнаружен правильный демон. Thank you.
Нельзя послать за ним команду. Я руководитель этой корпорации. Вся ваша работа и открытие принадлежат мне. Он был моим еще до того, как вы его нашли. Доступ предоставлен. Доступ предоставлен. Просим занять места. Поезд готов к отбытию. Пункт назначения – особый исследовательский комплекс ОАК.